Добрый день. Скажите, пожалуйста, какая процедура проходит в данном кабинете? Здесь проходит процедура подводный душ-массаж. Подводный душ-массаж – это воздействие на организм человека струей воды и давлением 4 атмосферы. Сколько длится процедура? Продолжительность процедуры от 15 до 20 минут. Расскажите, с какой части тела начинается массаж и чем заканчивается? Значит, чем характерен подводный душ-массаж? Это процедура общего воздействия. То есть начинаем мы от кончиков пальцев ног и заканчиваем шейным отделом позвоночника. Скажите, какие основные показания? Всем ли показана эта процедура? Ну, в принципе, показания такие же, как и у ручного массажа. Чаще всего это заболевание опорно-двигательного аппарата. Противопоказания, ну, есть, ну, незначительные. То есть их определяет врач. Да, определяет доктор, поэтому к нам идут уже пациенты, которым разрешен подводный массаж. Скажите, пожалуйста, каждый день принимает эту процедуру или через день? Чаще процедура принимается через день. Но возможен вариант каждый день. Скажите, пожалуйста, как ваши ощущения от процедуры? Замечательно. Замечательно. Попробовали ручной массаж и подводный в сравнении. Какой вам нравится больше? Каждый свои есть плюсы, минусы, конечно. Можно и то, и то. Массаж любят, наверное, все отдыхающие. Да. Массаж любят все. В каждом виде массажа есть свои приверженцы. Кто-то любит только ручной, кому-то нравится именно подводный. Как бы по ощущениям каждого своим. Хорошо. Спасибо вам большое. Вам хорошего отдыха. Спасибо и вам.